Друзья, всем привет! Мы на канале Paper Motors. Сегодня хочу вот вам с вами поделиться своими впечатлениями от поездки на этой машине. Это Александр E9. Вообще просто пуля. Не машина, а пуля. Я прям восхищен этой машиной. Все, кто сравнивает ее с GLS-ом, ну, я думаю, что эта машина на 2, а то и 3 шага впереди, чем GLS. Прямо очень крутая тачка, комфорт дикий, просто едешь и кайфуешь на ней, никаких ты не испытываешь на ней там неудобств. Просто вот сейчас приехали из БКТС сделать Нижний Новгород, 650 км прошел на ней, вообще ни усталости, ничего. Просто при скорости там 170-180 у нее расход на бензине всего лишь 9,5 литров. Зарядиться не успели электричеством, вот ехали на бензине, поэтому так как и на электричке, так и на бензине расходы небольшие, очень клевая тачка. О, если кому-то хочется и интересно, да, приобрести такой автомобиль, обращайтесь в нашу компанию. Мы все сделаем в лучшем виде. 6900 она примерно выйдет сейчас по курсу, такая тачка вам подключится, маленькая. Обращайтесь, звоните, пишите.